Друзья, всем привет! Как видите, мы начали выкладывать доработки. Сейчас у нас будет здесь показан ПАЗ 3201 полноприводной автобус. Так, вот он. Данный конверт и доработка драйвера 51, ПЛ каблуков и жанки. Так, ну что, заведем его. Водила у нас, как видите, сидит. Там, где надо, полный привод, вся ерунда, звук от шишиги, ну, в принципе, на них стоял газоновский движок, поэтому. Так, по аддончикам давайте пробежимся. Точно так же, как и в Кавзе, у нас сидит та же самая бригада, бачка гаража. 800 ремонтов. Так, стоит. У нас в салоне стоят 5 канистр. Топливо можно перевозить, заправлять 100 литров маячки. Ну и, естественно, все цепики, которые тут цепляются. Вот от шишиги, значит, у нас есть. Тащит с собой, по-моему, 300 ремонта и одно очко гаража. Также цепляются бортовые, все цепляется. Фаркопа нету, ну так, загнали под бампер. Более-менее выглядит прикольно. То есть, 2 очка гаража цепляется и сервисная тележка. 400 литров, 600 ремонта. По колесам, значит, такие у нас колесики идут с 52-го газона. Еще колесики с 53-го. Два варианта. Вид из кабины присутствует. Водила сидит, бублик крутит. Автобус вообще нас радует, прикольные. Так, ну что, давайте еще сгоняем. Естественно, свет. Внизу, видите, даже от противотуманок желтым светит светом. Так. Такой свет. Такой свет. Гудок есть. Все отлично. Все, даже видите, боковые огонечки, все там просвечивается. Табличка с подсветочкой служебной. Задние фонарики. Стопы заднего хода фонарей тут нет. Такой он мягенький. В принципе, реальный автобус совдеповских времен. Супер. Водила там все сидит, переключает, как положено. Анимацию кардан тут не удалось сделать, то есть как бы есть свои минусы и плюсы на данном варианте. Так, давайте прицепим бортовую. То есть можно полностью проходить карту на этом автобусе, например, на Кавзе. Полностью работоспособные автомобили. Бортовой прицеп. И погнали. Товарищ у нас тут, Александр Ломака, решил устроить нам бойкот. Все перекопировал, даже свет, как мы делали, на видео посмотрел и сделал. У человека фантазии не хватает, походу, немножко. Да, посадил табличку какую-то. Ну ладно, суть не в этом, бог ему судья, как бы.
нас над автобусом, вот над этим, то есть трудились 3 человека. Все аддончики, все ровненько садится, все прописывается. Все хорошо, красиво. Надеюсь, вам понравится. Так. Скрин. Парам. Данный аддончик, ой, данный мод, катайтесь на здоровье, спасибо, что поддержали с подпиской на канал, подписывайтесь в группу, вверху в группе увидите все моды будут выкладываться по укороченным ссылкам и на турбобитовскую ссылочку. Ребят, ну имейте терпение немножко хотя бы. Я понимаю, что там время это занимает небольшое, чтобы скачать все это, перейти по этим ссылкам. Видео есть, как все это делается. То есть это несложно. Вы просто задайтесь вопросом, сколько времени мы все это делали. Я думаю, что потратить там элементарно там 10 минут на эту скачку, небольшие манипуляции произвести, как бы. Я думаю, что это не так уж и сложно. Как бы пусть это будет ваша затрата времени, благодарность за наш труд элементарный, который мы, скажем, не за 5, не за 10 минут это все сделали. А бывает, что неделями творим все это дело. Пытаемся переконвертить, перепрописать, перенастроить, чтобы оно все отлично работало. И приятно было играть. Так что, ребят, не обессудьте, не ругайтесь, как бы. Считайте это потраченное время для скачки модов небольшим вложением к нашим трудам, как бы, и все. И там вирусов никаких нет, проблем для скачек нет. Просто немножко затратить времени. Я думаю, что это не так уж сложно и трудно. Так что, ребят, качайте, катайтесь. И сама игра пиратка, играющая по стиму, и вот эти моды на версию 0.3.0.3.16, все это присутствует в группе. Качайте, подписывайтесь на канал, в группу, зовите друзей. Мы будем, естественно, стараться побольше хороших, приятных, более нормальных, не кривых, как бы, доработок делать и выкладывать в группе. Большое вам спасибо от нас, от доработчиков. Большое спасибо Виктору Полевильскому за Виторгану 177, с которым мы плотно сотрудничаем и дружим. Подписывайтесь также к нему на канал, группу Павла Каблукова. Всем удачки, спасибо. Оказывайте поддержку. Есть возможность производить пожертвования, потому что проблем у нас хватает у всех. Чтобы в дальнейшем разрабатывать, показывать хорошие видео, писать обзоры, стримы. Для этого всего нужно, конечно, много чего. Элементарно всякие программы где-то покупать, где-то качать. Так что если поддержите нас, спасибо вам огромное, большая благодарность. Скачивайте моды, имейте немножко терпения, уважение к нашему труду. Всем спасибо, пока, ждите следующих модов. До свидания.